Привет, дорогие друзья! Вы на канале PlayGame, и сегодня я покажу, как кормлю вот эту бабочку. Да, она живая. Это никакая не статуя, вот. Она у меня в контейнере не всегда. Она у меня так по дому периодически летает, но иногда в контейнере сидит. Вот сейчас полетела на меня, вот. И у нее повреждено тут чуть-чуть крылышко. Но об этом я расскажу попозже, так же, как и о коконе с ее домиком. Итак, начнем. Для того, чтобы покормить нашу бабочку, нам понадобится вода. Раз. Ложка с вареньем, медом или сахаром. Ватный тампон и тарелочка. Из всего этого сейчас мы будем делать еду для нашей бабочки. Где она там? Берем, наливаем воду. Чтобы чуть-чуть оставалось здесь. Берем небольшое количество варенья, сахара или же меда. Тщательно размешиваем. В следующих видео я буду рассказывать о бабочках, играх и лизунах. А именно о бабочках, как про кокон. И мы будем делать вместе с вами домик. И многое другое. Вот у нас получилась такая розовая консистенция. Мы берем тампончик и кладем его. Если тампончик не стал розового цвета, у меня, правда, он и так розовый, но он должен стать такого розовенького, такого розового цвета. Если он не такой, а красноватый, то добавляем еще воды. Но мне не надо, поскольку у меня уже такая неплохая консистенция. А сейчас я покажу, как кормить саму бабочку. Итак, отложим варенье в сторону. И поймаем нашу бабочку. Итак, вот наша бабочка. Я не знаю, почему сказала поймаю, но ее, мне кажется, действительно придется сейчас ловить. Вот у нас блюдце. Берем ее. Аккуратненько берем, бурум-бурум-бурум. Иди, пожалуйста, туда. Она у меня чуть-чуть вредная в этом плане. Ой, господи, чуть не налила на нее. Лишнюю воду с тампона можно слить. Но лучше не сливать. Если у вас бабочка такая же, как у меня, вредная, и не хочет садиться, то лучше слить, потому что она может воду свои крылья промочить. А если спокойная бабочка, то не надо, потому что она у вас не промочит крылья. У меня всегда очень сильное мучение с ней. А именно по еде. Пожалуйста. Вы видите, что она делает. Пожалуйста. Ой. Иди сюда. Все. Сиди, пожалуйста, сиди. Итак, наша бабочка кушает. Если она не хочет кушать, то у нее есть, вот как видите, хоботочек. Если она его не выпускает, то значит она не кушает. А если выпускает, кушает. Вот сейчас она ест, и все хорошо, но иногда ей приходится распрямлять хоботок самой. А именно это надо делать зубочисткой. Вы были на канале PlayGame. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!